Эксперты назвали сумму, которую тратит Галкин и Пугачёва в месяц на содержание замка в грязи. Из-за роста тарифов за последнее время она заметно возросла. Эксперты посчитали, сколько примерно тратит в месяц юморист Максим Галкин и его жена Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачёва на содержание своего замка в деревне Грязь. В 2018 году эта сумма равнялась 500 000 рублей. С учетом роста тарифов за последние годы сейчас, как считают эксперты, Максим Галкин каждый месяц выкладывает 650 тысяч рублей, сообщает портал Дни.ру. Ранее Максим Галкин в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что выкладывает за услуги ЖКХ очень солидную сумму. При этом он говорил, что экономит на электроэнергии. К примеру, большую люстру для экономии он покупает лампочки с небольшой мощностью 10 Вт. Как отметил юморист, он даже пытается экономить. В то же время Галкин отметил, что никогда не будет экономить на образовании своих детей. Лиза и Гарри Галкины, которые ходят в первый класс, уже знают несколько иностранных языков. По словам Галкина, для него важно, чтобы наследники выросли образованными людьми.